Давайте рассмотрим компоненты, которые часто используются на странице контакта, в частности, компонент формы обратной связи и компонент карт. Мы сейчас находимся на странице контактов. Здесь уже есть компонент карт Google Maps. Давайте разместим компонент формы обратной связи. Настроим его. Здесь есть ряд настроек, в частности, использование капчи, сообщения, выводимые пользователи после отправки email. Давайте настроим email. А также обязательные поля для заполнения. Выберем все. И почтовые шаблоны для отправки письма. Выберем почтовый шаблон. А сохраним. Итак, в данном случае мы видим дефолтный шаблон формы обратной связи. И теперь есть возможность пользователю отправлять какие-то данные, какие-то вопросы, сообщения администратору. Соответственно, можно настраивать email, на который будет приходить письмо. Давайте теперь рассмотрим компонент Google Maps. Это компонент Bittrex Map Google View. Это надстройка над API Google Maps. В данном случае мы можем поставить здесь параметры карты, например, ее изначальное положение и какую-то точку. Давайте зафиксируем положение. Добавим точку. Точка добавлена. Так, еще раз зафиксируем положение. Сохраним. В данном случае здесь используется еще несколько параметров. Это ширина карты, высота карты, также некоторые элементы управления и настройки. Давайте сохраним, посмотрим результат. Вот мы видим положение, которое мы зафиксировали, и точку, которую создали.